Партия «Родина». Уважаемые граждане, соотечественники, избиратели. 19 сентября выборы в Государственную Думу. Цель партии «Родина» на этих выборах – донести до жителей России идеи патриотизма, любви к своей стране, необходимость защищать национальные интересы и в первую очередь своих граждан. Кампания сложная. Максимально используется административный ресурс. Снимали наших кандидатов и целые списки. Но мы, партия «Родина», мы выстояли. Партия «Родина» – это партия Героя России Андрея Богатого. Заслуженные артистки России, всеобщие любимицы Татьяны Булановой. Известного журналиста и правдоруба Олега Пахалкова. Экономиста Михаила Хазина. И сотен тысяч других честных и принципиальных людей, для которых Россия – единственная родина. Другой нет и не будет. Мы призываем вас проголосовать за нашу партию «Родина», потому что нас всех объединяет истинная любовь к России, которая дом для нас, наших детей и внуков. Мы мзду не берем. Нам за державу обидно. Если ты за Россию, голосуй за Родину. Партия «Родина». Не за власть, а за Россию.